Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим очередное устройство для умного дома, двухрежимное Zigbee Relay с сухими контактами. Забегая вперед, скажу, что это незаменимое решение для целого ряда задач по автоматизации быта. А что такое сухие контакты, в каких режимах умеет работать это устройство и как им можно управлять, далее в моем обзоре. Отдельное спасибо моим подписчикам на сервисе Patreon, благодаря которым появились многие мои обзоры. Модель Evelink ZB-SV01. Максимальный ток нагрузки реле 10 А, мощность до 2200 Вт. Контакты реле 3, нормально открытые, нормально закрытые. Входное напряжение от 7 до 32 В или microUSB 5 В. Интерфейсы Zigbee 3.0 RF433. Рабочая температура от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия. Размер 69 на 41 на 20 мм. Кроме Zigbee, реле можно управлять при помощи радиопульта, с которым его сразу можно заказать. Мне пришел как раз такой комплект. Реле в антистатичном кульке и рядом в белой коробочке радиопульт. Вот все уже без упаковок. Реле, кстати, не намного больше, чем пульт. Кроме них в комплекте еще была небольшая инструкция на английском и китайском. Инструкция хоть и небольшая, но все необходимое в ней нашлось, включая схемы подключения реле и назначение функциональных элементов. Устройство поставляется без корпуса. Очевидно, что предполагается встраивать его в существующие системы со своими корпусами, и функциональные возможности реле для этого вполне подходят. Силовая часть реле собрана на 10-амперном трехконтактном реле, а в качестве Zigbee модуля используется достаточно распространенный и мощный чип CC2530. На задней стороне контакты подписаны COM, это центральный контакт, NO нормально открытый, то есть разомкнутый при отсутствии питания на реле, и NC нормально закрытый, то есть замкнутый, когда реле обесточено. Для питания самого реле подойдет или 5 В на стандартный microUSB, или напряжение от 7 до 32 В на контактную колодку. Это я тоже имел в виду, когда говорил, что устройство предполагается встраивать в существующие системы. Перейдем к радиопульту управления. Он выполнен в виде брелка с карабином в удобном корпусе с скругленными краями из прочной пластмассы. Сдвижная крышка скрывает под собой единственную кнопку, красную между прочим. Рядом с ней находится окошко светодиода, которое загорается при нажатии на нее для визуального подтверждения. Тут есть и прячущаяся в корпус телескопическая антенна. Пульт в таком виде чем-то напоминает мне шпионские гаджеты из старых фильмов. Корпус пульта состоит из двух половинок, которые держат один небольшой саморез, доступ к его головке сзади. В качестве питания тут используется 12-вольтовая батарейка, в подобные пульты часто ставят такие. Обычно внутри такой находится 8 батареек таблеток на 1,5 вольта, соединенных последовательно. Еще одно фото внутренности пульта. К слову сказать, я практически уверен, что к реле можно привязать любой радиопульт, работающий на частоте 433 МГц, потому что этот комплектный, просто подходящий по размеру и конструкции универсальный пульт. Для питания реле я использовал 12-вольтовый блок. Реле сразу перешло в режим сопряжения, о чем говорит мерцание красного диода. Хотя устройство предназначено для системы управления Evelink, логическую часть я буду начинать с Tuya Smart. Она более распространена и интересна с точки зрения устройств. Для работы нам нужен Zigbee шлюз, у меня это проводная версия от MOAS. Заходим в его плагин и нажимаем «Добавить устройство». Реле определяется как настенный выключатель с китайским названием. Название я поменял на более понятное, после чего устройство добавилось в систему. Как и другие подобные ему гаджеты, его видно и в плагине управляющего шлюза, и в общем списке устройств. По умолчанию реле находилось в импульсном режиме, то есть при включении через секунду выключалось. Подробнее про режимы работы дальше в обзоре. Реле можно использовать в автоматизациях. В разделе «Если» как триггер для запуска автоматизации, где можно отслеживать изменения его состояния, включено или выключено. И конечно в разделе «Тогда», то есть как действие по триггеру или ручному запуску. Тут, кроме включения и выключения, есть еще переключение состояния на противоположное. Аккаунт Tuya Smart может интегрироваться в сторонние системы, такие как Amazon Alexa, Google Home и другие. На примере Google Home. Интеграция происходит разово путем добавления аккаунта из списка поддерживаемых систем, после чего все поддерживаемые устройства будут добавляться автоматически. Рассматриваемое реле добавилось без проблем под тем же названием, которое дал системе.
но при желании его тут можно поменять. Доступно включение и выключение, в том числе при помощи голосовых команд. Импульсный режим для имитации нажатия на кнопки или звонковые переключатели. Щелчки реле отчетливые, но не очень громкие. Нажатием на вторую кнопку переключаем режим. Это стандартная работа реле на замыкание и размыкание. Для сопряжения с пультом удерживаем кнопку ручного переключения, пока не загорится голубой диод. После этого нажатием на кнопку пульта привязываем его к реле. Теперь реле будет управляться и с него, все абсолютно локально, без проводов и зависимости от интернета, облаков, шлюзов и работоспособности умного дома. Сухой контакт – это значит, что выводы реле не связаны с его силовой частью и на них нет никакого напряжения. Например, реле можно питать от 5 вольт, а переключать 220. Центральный контакт общий. Когда на реле не подается питание, левый контакт замкнут с центральным, а правый разомкнут. После включения реле картинка меняется. Правый замыкается, а левый размыкается. Вариант использования реле с светодиодной лентой. Тут используется один и тот же блок питания на 12 вольт и для реле, и для светильника, что позволяет его легко интегрировать в уже установленные системы. Интеграция с Home Assistant может осуществляться разными способами, например, через штатную интеграцию Tuya Smart. Реле автоматически, как и в случае с Google Home, появляется тут, правда, вся работа через облако. Тут только одна сущность – переключатель. Работает довольно быстро, но только если нет проблем с интернет-соединением. Но все же лучше будет не завязываться на внешние каналы передачи данных и использовать что-то локальное, например, Zigbee MQTT. Кстати, после того, как я отключил реле от шлюза Tuya, оно автоматом сбросилось в режим сопряжения. Но если этого не произойдет, нужно нажать кнопку ручного переключения и держать порядка 15 секунд для сброса. Zigbee MQTT залетает без использования внешних конвертеров, штатно. Определяется как одноклавишный выключатель Evolink ZB-SV01. Устройство выполняет функцию роутера. Тут, если не считать параметра качества связи, тоже одна сущность – Switch. Собственно, ничего другого тут быть не может. Кому интересно, перечень кластеров. В принципе, тут все стандартно, как для подобных устройств. На карте сети синяя роутерная связь. К сожалению, технической возможности провести тест на максимальное количество конечных устройств не было. Вот так отображается в Home Assistant через интеграцию MQTT. Две сущности, из которых одна – сенсор качества связи – по умолчанию деактивирована. Теперь перейдем к SLS-шлюзу. Хотя у меня стоит предрелизная прошивка на дату обзора, конечно, тем не менее все показанное будет актуальной для более ранней версии, которая сейчас в релизе. Все точно так же. Реле в режим сопряжения, кстати, после отвязки от Zigbee MQTT оно тоже само сбросилось, и включаем режим Join. Реле тоже определилось как Evolink, так сказать, из коробки, без необходимости каких-то доработок в прошивке. Подробная информация. Конвертер по умолчанию нулевой. Единственное, чего не хватает, какой-то картинки, но на работоспособность это никак не влияет. Управление осуществляется корректно. Если установлен импульсный режим, устройство через секунду отключается. Если фиксированный режим, то переключается до отправки следующей команды. Недорогое и интересное устройство, которое поможет решить многие бытовые задачи, например, управление системами, которые нельзя интегрировать в умный дом. Для этого оно может имитировать нажатие кнопки или выключателя в импульсном режиме, или коммутировать различные соединения с любыми, в рамках возможности своего реле, напряжениями и токами. Удобным является и неприхотливость в питании, что позволит использовать для его питания уже имеющиеся источники. На этом все. Если видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки.
Кроме YouTube-канала, я веду еще Telegram-канал, в котором публикую новости, делюсь ссылками и создаю опросы по тематике умного дома. Ссылку на него, а также на удобный каталог устройств умного дома вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!